Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Добрый день. У микрофона Мария Кожевникова, а напротив меня Александр Шевалдин, руководитель отдела продаж недвижимости группы компаний «Дело и деньги». Александр, добрый день. Мария, день добрый. В одной из наших программ, Александр, вы уже говорили о возможности квартирного трейд-ин. Думаю, что многие с этим понятием сталкивались, обращаясь в автосалоны. А вот в сфере недвижимости это что? Здесь принцип точно такой же. Обычно подразумевается, что старая квартира идет в зачет новой квартиры. Схема у нас выглядит следующим образом. Назовем ее классической. Вы обращаетесь к застройщику. Застройщик бронирует на карандаш выбранную вами квартиру, а вашу квартиру реализуется через аккредитованную агентство недвижимости. Эта схема классическая, вы сказали, есть другие варианты? Да, сейчас эта схема немного трансформировалась, занимаются ей не только застройщики. Группа компаний «Дело и деньги» тоже сейчас предоставляют эту услугу. Но у нас для клиента это все проще. Во-первых, в режиме одного окна можно получить сразу несколько услуг. Мы одновременно можем продавать вашу квартиру, подобрать для вас новую. У нас есть свой собственный штат юристов и есть свой ипотечный брокер. Так как мы работаем со многими банками, то для своих клиентов можем подобрать самую интересную и выгодную ипотечную программу. Во-вторых, мы можем выбрать квартиру как из числа новостроек, так и на вторичном рынке. Тем более у компании «Делай деньги» есть собственная база квартир. Вы сказали, сделки проходят быстрее. А какой это срок? Конечно, все индивидуально. Обычно проходит в течение одного месяца, но при некоторых ситуациях можно сократить буквально до одного-двух дней. Продать и купить квартиру за 2 дня – это реально вообще? Наши эксперты буквально за один день делают оценку вашей старой недвижимости, и мы выкупаем ее за свой счет, и можем сразу оформить покупку новой квартиры. А вот насколько это для клиента выгодно? Обычно, когда срочная продажа, то это значительно дешевле рыночной стоимости. Цена за квартиру может достигать 90% от ее рыночной стоимости. Но поверьте, когда речь идет о времени, для клиента это выгодно. Вот пример. К нам недавно обратилась семья, они забронировали квартиру у застройщика и стали продавать свою квартиру. Они выставили ее за 1 миллион 600 тысяч рублей. Мы предлагали за эту квартиру 1 миллион 500 тысяч. Они решили, что скидка в 100 тысяч слишком большая. Прошел месяц, квартиру они продать не смогли и решили все-таки обратиться к нам. А за это время застройщик поднял цену на 250 тысяч рублей. В итоге они потеряли месяц времени и оказались еще в минусе. То есть здесь срочный выкуп оказался бы выгоднее, да, чем что-то другое. Да. А вообще вот эта услуга «Срочный выкуп в дело и деньги», она действует только при обмене? Нет, это самостоятельная услуга. Если у вас забронирована квартира, мы выкупим вашу квартиру за один день. Более того, часто бывают ситуации, когда нужно переехать в другой город и оперативно продать недвижимость. Или у вас сложная ситуация с обременениями. Мы в этом случае тоже выручаем. А еще вы говорили, что у вас большая база квартир в собственности. Угу. Это выкуп купленные вами квартиры, правильно понимаю? Да, все верно. Мы в этих квартирах меняем коммуникации, делаем современные стильные ремонты. Квартиры разной площади в разных районах города пользуются у нас спросом, эта услуга. Добро пожаловать в компанию «Дело и деньги». Телефон 47-69. Наши эксперты с радостью ответят на все ваши вопросы. Александр, спасибо большое вам за разговор. Доброго дня всем слушателям. Доброго дня, Александр, вам. До свидания. Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Услуги по займам и сбережениям предоставляет кредитный потребительский кооператив «Делай деньги» Киров. Является членом ассоциации СРО «Национальное содружество кредитных кооперативов содействия», реестровый номер СЗ-0385. Услуги по недвижимости оказывает ИП «Павлов Никита Константинович», ИНН 4345-830-86-879, ОГРН ИП 3164-35-00-98-047.